Я тут при помощи болгарки разбираю, мама, решетку до вентиляторів, щоб добратися. Ну, щоб довго не гратися. Точно получу прямі годи. Та й в мене деякі железячки гарні. Тобі не треба? На город там не йде. Металюка така, що не один год стоять буде. Вже покрашені. Слава вас, случайно, от этот чорний матеріал. Кусочки не пооставались, бо тут постелили, на ньому шубитися можна. Будеш і спотикаєшся, він весь заворачується. Якщо осталося, то привези мамульки. Смотрю на молодежь. Світ треба включити. А то зараз я опять на чудачу. Возле сигарет стоять пацани. А у нас сигареты автомат продает. Надо туда вставлять свой кодиче фискале, то есть идентификационный код. Вот мне интересно, продают им, или может они у родителей воруют идентификационный код, чтобы сигареты себе купить. Не знаю, со скольки лет продаются сигареты. Сегодня один ребенок покупал у нас спумантино. Спумантино это типа шампанское, белое сухое вино. Но он пришел с каской, и Эллен говорит, я его знаю, его мама, он сидит на мотоцикле, он говорит, прибежал купить бутылку. Покупают у нас бутылками, хотя стоит очень дорого в баре, что вино, что шампанское, где-то 16 евро бутылка. Все равно берут. В магазине ты его купишь там за 3-4 евро. Чего берут у нас, непонятно. Как-то вообще мне много чего в этой жизни непонятно. Удивляюсь, как мужики приходят и выпивают в баре пиво за 4 евро бутылку. И причем не одну, а 0,33 стоит 4 евро, ребята. 4 евро это, блин, если ты пошел в магазин, купил по евро, то ты 4 бутылки взял. Берут в баре. Что за кайф? Я, наверное, никогда этой жизни не пойму. Еще можно понять, когда делают аперитивы, потому что у нас очень много еды идет на этот аперитив. Прям много. То есть практически ты берешь какой-то алкогольный напиток, да, который там стоит у нас 7 евро. Но мы тебе столько даем еды, что ты практически на 7 евро ты у нас ужинаешь. А если ты берешь просто пиво, которое стоит 4 евро, и с аперитивом оно стоит 5 евро, то ты наедаешься, напиваешься пиво и идешь домой. То так еще можно понять. И туда мы даем и фокаччу, и белую пиццу, и красную пиццу. Ну и в общем куча всего. А так, чтобы взять аперитив без еды или бутылку пива без еды и просто кайф, что ты его выпил в баре. Говорю, то загрузи ты дома холодильник. Та пий ты его. Пийся, хоть залийся, да? Мне как-то никогда, наверное, не понять. Или как девочки идут с работы, та же Эллен, и покупает две бутылки пива домой по 3 евро. Тю, елки-палки, да сходи ты завтра в магазин, да купи ты себе, причем самое дешевое пиво. Ой, что-то тут, ой-ой-ой, что-то тут так. Ой-ой, дорогу. Что-то все перекрыто, закрыто, перерыто, о боже, и видели, кого только нет. Шо, народ, пьем кофе и пошли гонять котов. Котов, чи улиток. У кого-то гонять мы точно будем. Ой. У нас же погодка опять. Вчера.
вчерашняя, вчерашняя работа. Сильно влажность повышена. Но это для огородика самое-самое. То же самое. Я вам погодку покажу. Что это у нас? Видали, какая сырость развелась? Надо помидорчики внизу подрезать, чтобы не позаболели. Так, тут уже все гудит и звенит. 8 часов утра. Крыша. Крыша мокрая, значит огород влажный. Все хорошо. Что, выставить тебя тоже на влажный воздух? Там еще нам корешков не пускаешь. На сегодня я тебя оставим тут. Крапива за тобой будет смотреть. Так, эти можно выбрасывать. Эти уже корни точно не пустят. Да не, они еще не совсем засохли. Ладно, поменяем им воду. Петров! Ага. Це что таке, надо подрезать. Убирать все собиралась. Его... Вчера дождь шел, а эти цветы не намокли. Це ж такий дождь. Тесноватый горшок. Тесноватенький. Он уже отцвел. Уже на зиму его, наверное, в огород пересажу. Ой. Надо ножнички взять. Да нет. Все нормально. Обрываются. О. Видали, какой красавчик стал сразу. Плохо с него. Ля. Коты мстители перевернули наш горшок. Так вот он нечаянно ножкой зацепил. Тоже ж мстительные коты. Ля. Я его вчера выгнала, а он прибежал и ножкой нечаянно двинул, и горшочек перевернулся. Так, ладно, это тот помидорчик, который единственный остался, растет. Тут, видите, они лук выгребают, выгребают. Ладно, не будем на них обижаться. Сейчас подрежем чуть-чуть вот тут вот нижние листья помидорчика. Хотя они у меня, в принципе, с землей и не соприкасаются. Это же все-таки ткань, ну чуть-чуть. Чтоб не заболели. Пасынков. Гляньте, сколько пасынков. Раз, два, три. Что, может, пару пасынков убрать вам? Тань. Их же ж на поле никто не пасынкует. Вот это ж и я о том же. А вот с пасленовых, вот этих, может, тут пасыночки или земелькой подсыпать. Сделается двойной кустик. О,
Оці рожки до ножки ми точно пообрізаємо. Так, а що я по цій влажності уліточок не віжу, га? Куди вони у нас ділися, наші уліточки? Вчора так вони дружно тут ползали, вижирали нам тут все. А сьогодні ви де? А? Не знаю, треба вбирати перші цвіточки. Ну, от ці пасанки, мабуть, треба вбирати. От же ж, а де у нього плод? Давайте перший уберемо, пусть растіння себе чуть-чуть покаже, що воно більше таке. Более стойкая. Что, и вторую убрать? Ну, давайте. И вторую уберем. Получается, вот им горшок кота. Вот он гад ползает. Один. Пока один. Так, тут вы мне горшок не переворачивали. Где у нас? Что такое? Кто-то тебе корень подъел. Ладно. Что-то с тобой не то. Ну что ж. Надо, наверное, вот этот туда бросить, да? Видите, не все у нас растения выживают. Не все. Ну тут я хотела пообрезать трошки. Дать нижние. Чтоб дать им силы рвануть куда-то. Тут на солнце можно. Я их не стригу, потому что, чтобы они на солнце не пересыхали. Но тут у нас в тенечке. Что-то они... Такі у нас чахлики тут. Що-то їм тут не нравиться, цим бичим серцям. Хоча тут уже плоди висять. Ну ладно. Не будемо розстраюватися. Не будемо. От цим ще чуть-чуть. Тут уже прямо плоди висять. Висять, висять. Чуть-чуть их так вот понизу. Где ты там? Вот так. Что, не дай бог, заболеют. Потом их лечить тяжелее. Хороший пасынок росте. Второй помидор называется. Этот маленький уберем. Вот этот листик желтый все равно срежем. Это уже пасынок цветет. Чини. Ой, смотрите, какие помидорчики. Уже гронка целая навязалась. Вот так. А земля сухая. Видали? Смотрите. Это же сплошная пыль. Это идут дожди, называется у нас. Этот жирует. А дали какой? Жирует, жирует. Ладно, я тебе пасынок вот этот уберем. Я же им удобрение добавила. И они жируют. Какая погода. Хотите увидеть дождь? И пошел дождик.
сегодня решила поесть горячей пищи. Думаю, что ж я корова все время траву жевать. Сделала такой ризотто. Это сыр стракино и грана подавлен. Сейчас еще чуть-чуть перчика добавлю. Вот такое блюдо. Вот такой а-ля ризотто у меня получился.